Во все времена практически все украинские актеры приезжали в Россию для того, чтобы стать популярными и сниматься в отечественном кинематографе. Но совсем недавно никто и подумать не мог, что из-за конфликта между Россией и Украиной некоторые знаменитые актрисы резко поменяют свое мнение и категорически откажутся появляться в нашей стране. В этой статье расскажу о пяти украинских актрисах, которые дали зарок не появляться в России. Ада Роговцева. Популярная актриса советского кино никогда не считала себя российской гражданкой, хотя столько лет работала и жила в Москве. После разлада двух стран со стороны актрисы было множество нелестных высказываний о нашей родине, и она часто грозилась, что покинет Россию навсегда, если те не найдут компромисс. Так и произошло, актриса сдержала слово и уехала на свою родину. Возвращаться она не собирается и на данный момент снимается у украинских режиссеров. На российские предложения о съемках она отвечает отказом. Ирма Витковская, известная актриса, категорически отказывается сниматься и приезжать в Россию. Вот уже на протяжении 5 лет Ирма не посещала нашу страну. Она не поддерживает своих украинских коллег и отрицательно относится к тому, что они принимают участие в российских съемках. Актриса утверждает, чтобы хоть как-то добиться справедливости, нужно все делать сообща. Ирма считает, что каждый украинский актер должен вернуться и работать на родине. Наталья Васько. Свою карьеру актриса начала строить еще в Украине. После приехала работать в Россию, стала популярна и востребована. Наталья запомнилась зрителями по таким сериалам, как «Доярка из Хацапетовки», «Возвращение Мухтара», «Верни мою любовь». Вот уже почти 5 лет актриса не принимает предложения от российских режиссеров, а снимается в украинских кинолентах. В Россию приезжать не собирается. Алла Мартынюк, бывшая украинская участница группы «Сливки», завершив свою музыкальную карьеру, решила попробовать себя в кино и смогла завоевать популярность у зрителей. Многие могут помнить ее роли в таких известных фильмах, как «Мажор», «Срочно ищу мужа» и «Фросиния». С 2014 года она решила покинуть Россию и перешла на сторону Украины. В 2018 году вышла замуж за Виталия Аверина, бойца ВСУ, и категорически отказалась посещать Россию. Ольга Сумская, эта украинская, талантливая актриса, была популярна российскому зрителю по фильмам «Крепостная», «Шеф-повар», «Гречанка». Из-за разлада России и Украины Ольга решительно отказалась от всех ранее предложенных ей выгодных, интересных ролей и проектов. Сейчас она живет в Украине. Отказывается сниматься в российском кино и посещать нашу страну тоже не собирается.